Рассказывай. Синуля, солнышко, а ну рассказывай, что ты видел во сне? Только проснулся мой сынуля, а доча еще спит. Мамино солнышко. Давай, 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 иди к маме, иди к маме. Сразу ручонки в ротик. Пойдешь к маме? Давай, вставай, 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 давай, давай, вставай. Давай, давай, давай. Давай, вставай. Давай, 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 давай. Потягусочки, потягусочки. Мамино солнышко сейчас, по-моему, часов 11 ночи. Они весь день проспали, все, набрали сил. Сейчас, мама, возьму тебя на руки. Мамина красавица, мамина девочка. Принцесса, мамина. Вот так мы плаваем сами уже. У братика круг тоже отобрали. Так, так, там мы закрываем, закрываем. Нельзя показывать неприличные вещи. А вот и братик без круга. Принцесса? Вот она у меня довольная такая, мамина девочка. Димочка мой, конечно, хорошо. Что бы ей плохо было? Ну, это значит, за эту неделю, значит, она вон подросла, видишь, не вываливается из круга. Сама болтыхается. Принцесска маленькая, бабуля. Ой, Аля, Ой, так, скажи, я все умею, только я вам не показываю все сразу. Да, потихонечку, да? Да. Чтобы вы отчасти сразу не лопнули, потихонечку, скажи, я вас подготавливаю, да. Шаг за шагом показываю все. Синуля, а ты как? Я ничего. Бубенчики скроем твои? Давай, скройте мои бубенчики. Вот они мои бубенчики. Ой, ему сейчас этот круг как необходим. Ничего, у нас в Турции дома уже еще один есть. Ну, у нас ванна там маленькая, в принципе, двоих одновременно я купать по-любому не смогу в ванной. А своими бубенчиками влез в кадр. Вот так. Посмотрите, да, на нее. Это сразу после ванны. Что успели сделать? Намазать ее кремом, одеть. Все, выстегнулась моментально. Но мы ее еще перед ванной, перед тем, как искупать, немножко помучили, не дали поспать. Поэтому вот, когда ребенок хочет спать, ему ничего не мешает. И шепотом не надо разговаривать. Здесь хоть сейчас пылесос мама включит, она не проснется. Ну, пожалуйста. Сейчас надо ее накормить. Все. Дай. Мамины красавчики, мамины ангелочки. А, тетя, ровно 3 часа дня. Мама только что позавтракала. Нет, 4 часа дня. Дело близится к вечеру. Мама позавтракала только что, так как мы с сынулей уснули где-то к 12. Я промутил маму, да, промутил. Сынули уснули к 12, и вот 3:30 я проснулась. Его вот сейчас разбудила. Если его днем оставить, он долго спит. Ну, это наша королевишна. Королевишна моя девочка, моя принцесса. Ой, так, вот это давай уберем. Животик обмотала ей бабуля. Она думает, что у нее все время болит животик, раз она у нас капризная девочка. Это она сейчас такая лежит, ангелочек. Мамина красавица. К офтальмологу мы попадем только через неделю, так как большая загруженность у нашего офтальмолога. К другому мы идти не хотим, потому что тот аппарат, который есть у него, больше в этом городе нет ни в одной клинике.
Ай-дай-дай-дай, Синуля. Вчера, после того, как я их искупала, как мы их искупали, точнее, дочка вырубилась моментально. Помните, наверное, да, я видео снимала. И что вы думаете, это надолго? Да нет, буквально через 15-20 минут она уже проснулась. Ой, как всегда мой мальчик на камеру пуки-пуки делает. А принцессы не пукают. Вот. Даже мамина. Ты мамина красавица? Очень любит, когда ей массируют ладошки. Прям это, я не знаю, тащится. А если две сразу, ой, она губы прям трубочкой выворачивает в этот момент. Синуля! Синуля! Ну, рассказывай что-нибудь. Го-го-го-го-го! Го-го-го-го-го-го-го! Го-го-го-го-го-го-го! Го-го-го! Оля! Вчера с Инулей мы уснули здесь в зале, потому что ночью он здесь в зале уснул на диванчике. И мы его не стали будить, оставили здесь. Да! Ап-ти! Будь здоров, мамино солнце! Так, прям лежит, я же говорю, ангел ангелом. Может, ты таким ангелочком останешься, мамина? А? А мамина девочка? А мамина красавица? А мамина... А? Солнышко ты, да? Нет, ты моя принцесса. Ты мамина принцесса? Вот слово принцесса она хорошо знает. Ты мамина принцессочка. Потому что мама, когда она лежала... реанимация, проходила к ней каждый вечер, называла ее принцессочкой. Принцессочкой мама ее называла. Ну, эта принцесса, когда у нее настроения нет, она такие концерты нам устраивает. Го-го-го-го-го-го. Утром вышли с детьми на балкон. Сынуля комментировал все, что там на улице видел. Ему понравилось. Ему понравилось. Тех-тех-тех-тех-тех. У Сынули нашли небольшое внутричерепное давление, и нам выписали медицинский глицерин. Утром по 3 капельки натощак. Так. Вот такие они у меня вот сегодня, вот такие спокойные. Чуть попозже я покажу, как они будут буйствовать. А сейчас прям ангелы мои, мои ангелы. Тёля. Мамина, кушать будешь ты? Сынуля, будешь кушать? А? А? А ты, наверное, сытая. Пока мама спала, бабуля тебя, скорее всего, накормила. Потому что ты голодная, молча лежать не будешь. Да, да. Как? Доча только-только начинает что-то там пытаться говорить, огукать. И она это делает очень тихо. Ну все, закрываюсь. Нужно им поменять подгузники. Накормить сынулю. Привет-привет, мои хорошие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас 3 часа дня. Вот мое сокровище лежит. Доча спит на коляске, на балконе. Не на балконе, точнее, у нас есть комната возле балкона. Она такая более прохладная. Там всегда прохладно бывает. Там она уснула. Мы тоже только что сынули были на балконе, подышали свежим воздухом. А теперь играем с погремушками. Да? Он уже берет в руки вот эту погремушку. Эти пока не может, эти крупные. Вот эту берет где-то, ну, от силы полтора, ну, минуту-полтора держит, не дольше. Пытается поднести ко рту, но пока еще безуспешно. Но все равно продвижение есть. Видим у меня. Руки. Ой, у него во всем участвуют губы. Тоже сразу губами он начинает шевелить.
Насчет режима. Дочь уже спит по ночам, уже третью ночь она проспала. Сперва до 6 утра, потом до 7, потом до 8. Поэтому она машала, спит уже. Не могу говорить, что дочь перепутала день с ночью. Сынуля пока еще не до конца. Сынуля пока еще ночью хочет играть. Но все равно уже не... А баба, да, баба. А баба, баба, да? Он у меня очень активный, очень любит, когда с ним разговаривают. Он отвечает всегда. Это он, когда я камеру беру, всегда серьезно становился. А так нет, он не такой серьезный малыш, как кажется на камере. А баба, чепчики вечно у нас крутятся во все. На балконе он выдержал максимум 10 минут, потому что он был одетый. Он терпеть не может шапочки, шафики, когда я на него комбинезон одеваю. Он просто его все сдавит, ему нужна свобода. Нет. Потягушечки, чтобы делать постоянно. Что хочешь сказать? Так, я слышу дочь проснулась, сейчас пойду-ка к ней. Так, вот она наша принцесса. Сперва она была на балконе с бабулей. Ой, тут недовольная она. Я боюсь, что она простудится и еще и дубленкой сверху прикрыла. Хотя, конечно, здесь не холодно. Го-го-го-го, да. Да. Ой, выкинула она твою сёчку тоже? Да? Да. Ой, чему меня? Не хочу, говорит, я сосю. Хватит. Не снимаю я ее, устала она, принцесса. Цветок хотела пока. Посмотрите на декабрист. Какая красота. Вот самый первый, который выходил цветок. Только-только он завял. Очень красиво. Простите. Вот так вот у мамы цветет. Он еще где-то месяц будет, наверное, цвести. Да, мне так кажется. А что она в его шапке? Я только заметила, что она в его шапке. Правильно. А где ее беленькая? Я не стала искать долго. Чтобы было... И комбинезончик его. Она уже, кстати, выросла из своего такого же комбинезончика. Мы его, правильно, что мы его отдали новорожденной нашей сестренке. Проснись. Троюродная сестра она ей получается, даже? Да. Да. Ее троюродная сестренка. Моя мама, ну! Она у меня девочка серьезная. Сынуля, у меня здесь пеленки вот эти разглядывал, когда мы здесь гуляли. Отсыпается. Погода такая. Неплохая, ветра нет, холодного. Вот. У нас здесь ни одного дерева, как видите. Везде дома. Это новостройки, потому да. что. Чтобы даром не пропало ничего, все застроено. Это наша пристройка, вот эта комната. Посеку, Миша, не стой там. Ну, я же на... Нет, она не мокрая. Нет. Балкон холодный. Холодный, но не мокрый. Конечно. Идем. Заходим домой? Ты заходишь, да, принцесса? Подышали, хватит. Мы полчаса здесь на свежем воздухе были. Потом на коляске она уснула там. Поспала. Ой-ой. Сколько сейчас время? Два есть? Есть. Два только я проснулась. Ну, тогда ее кормить надо уже. Сейчас мама ей приготовлю. Ты что будешь сегодня? А? Что тебе приготовить?
Шашлычок будешь? Пиццу будешь? Что будешь? Спагетти? Болоньезе будешь сегодня или что? Скажи мне что-нибудь из морского меню. А, морепродукты, да, конечно, ты хочешь? Конечно, я хочу морепродукты. По морепродуктам это к папе, дочек, к папе. Он тебе и рыбку пожарит, и креветочками накормит. Да. И острый там цип-цип-цип-цип капать будет, да? Да. Да? Все даст тебе, папуля. Он любитель морепродуктами пичкать. Мне морепродукты нужны. Она будет морепродукты кушать. Да. Пойдем. Еще я закрываю. А то там сынуля тоже один остался.